Виктория. Всем привет! На днях были с Викой в магазине, и Викуле понравилась вот такая вазочка. Мы решили ее приобрести, но она пустая. Мы думали с Викой, чем бы ее лучше заполнить. И приобрели вот такие шарики. Они называются орбис. Да. Орбис — это такие шарики, которые увеличиваются от воды. Сейчас мы хотим небольшое количество высыпать в нашей салатнице, залить водичкой, и через сутки они увеличатся в размере. И мы тогда положим нашу вазочку и посмотрим, какая красота будет. Да, они завтра вырастут. Да, завтра вырастут. Ну что, приступим? Приступим, давай. Вот у нас есть такие три салатницы небольшие. Сейчас мы по небольшому количеству орбиз распределим, зальем водичкой и оставим их на ночь увеличиваться. А завтра, когда они у нас вырастут, мы посмотрим. Да. Либо мы их по цветам распределим с Викой, либо мы их смиксуем и сделаем такую композицию красивую, да, нашу вазу. Давай сюда чуть-чуть. Такие они вот у нас красивые бусинки. Одна, вот сюда чуть-чуть. Да. Класс. Заливаем водичкой. Они такие скользкие. Скользкие, да. Так. Смотрите. Куда? Сюда. И сюда. Все. Сделано. Теперь мы оставим наш орбис. Пускай подрастает. Да? Интересно, что получится? Ну что, до завтра, ребята, завтра посмотрим. Ребята, вот прошло, наверное, минут 20-30, и наши орбисы вот так уже увеличились в размерах. Скорее всего, им потребуется еще, наверное, пару часов, чтобы они уже приобрели полноценный красивый вид, и их уже можно даже в вазочку распределять. Ну все, продолжаем ждать и наблюдать за ними. Всем пока! Привет, ребята! Всем привет! Прошла ночь, наши орбис вот так вот подросли. Вот такие у нас красивые, они разноцветные. И мы с Викулей решили их по цветам не разбирать, а засыпать вазу вот как они есть. Потому что они нам очень понравились. И я думаю, что в вазе они будут смотреться очень даже красиво. Давай, Викулечка, высыпай потихонечку только. Давайте пробу. Так. Класс, да? Давай, следующий. Ой, тут только такой белый орбис. Ой, Вика, смотри, как красиво у нас получается. Нравится тебе? Да, я сейчас руку сюда. Наша вазочка заполняется. И вот так, вот такая красота у нас получается. Я сюда руку засунула. Нравится? Да. Тёма тоже хочет попробовать. Класс. Она меня даже зажимает, этот орбис. В таком виде, в красивом, наша вазочка отправляется на полочку, и она будет стоять и радовать нас своей красотой. Ну как вам, ребята, понравилась наша идея? Тогда ставьте нам лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Пока! Ребята, мы вот решили еще дополнить нашу замечательную вазочку орбис и украсить вот такими красивыми веточками. И решили показать вам, что у нас получилось. Вам нравится, ребята?